Привет! Ежегодно в мире создается большое количество различных изобретений. Некоторые из них бесполезны и в какой-то степени даже опасны. Вот, например, как этот аппарат для перемещения по воздуху. У него большие лопасти, которые на огромных оборотах вращаются вблизи рук и ног пассажира. Малейшая ошибка может привести к серьезным травмам как для пассажира, так и для случайных прохожих. Поэтому изобретение довольно странное и, скорее всего, в том виде, в котором оно сейчас представлено, навряд ли его будет ждать успех. Однако есть и более простые, но при этом действительно полезные и нужные изобретения, о которых мало кто знает. Вот о них и поговорим. Рюкзак с электроскейтбордом. Действительно крутая вещь для любителей попутешествовать. С одной стороны, это хороший вместительный рюкзак, а с другой – настоящее транспортное средство. Представляете, сколько можно сэкономить сил, не таская на себе свои вещи. А еще можно сэкономить много времени и денег. Ведь преодолеть расстояние до 15 км легко можно и на электроскейтборде. Тем самым пользование общественным транспортом и такси в некоторых случаях можно сократить. Скорость передвижения 25 км в час. Ну а встроенные аккумуляторы можно использовать и для подзарядки мобильных устройств. Браслет Kinji – это устройство, которое может спасти жизнь при экстремальной ситуации в воде. Всего за полсекунды оно превращается в спасательный круг, достаточно лишь потянуть за специальную рукоятку. В устройстве находится баллончик, наполненный газом. После каждого использования баллончик нужно заменить на новый. Ну а сам браслет многоразовый. Находясь в воде с таким браслетом, можно чувствовать себя в безопасности. Он как ответственный персональный спасатель, никогда не опоздает и не даст человеку утонуть. Розетки в стиле Лего. Иногда бывает такое, что вам нужно задействовать все гнезда своего сетевого фильтра. Но получается это далеко не всегда, по той лишь простой причине, что форма штепселей может быть разная, и в результате один штепсель мешает другому использовать следующую розетку. А благодаря этому изобретению подобные проблемы легко решаются, ведь у него розетки вращаются на 360 градусов, поэтому штепсели разных форм беспрепятственно можно разместить. Еще одно преимущество – это возможность добавлять или убирать розетки. Когда требуется больше розеток, то можно их быстро нарастить. Это все равно, что соединить несколько элементов из конструктора Лего. Но когда розеток требуется меньше и устройство кажется излишне громоздким, то таким же образом его можно легко уменьшить в размерах. Смарт-кроссовки. Это обувь с достаточно интересным применением высоких технологий, ведь такие кроссовки могут менять свой дизайн прямо на ходу. Наибольший восторг они, конечно же, вызовут у тех людей, которые приходят в обувной магазин и не могут определиться с выбором цвета или рисунка, ведь каждый из них по-своему хорош и хочется взять и то, и другое. Но денег на то, чтобы собирать себе целую коллекцию, нет. А тут получается, что все возможные варианты дизайна можно использовать в одной паре кроссовок. Они оснащены гибкими цветными дисплеями на электронных чернилах, которые постоянно отображают нужную картинку. Дизайн меняется через специальное приложение на мобильном устройстве, причем на кроссовке можно вывести как простое черно-белое изображение, так и сложную цветную картинку или даже анимацию. А еще кроссовки прекрасно защищены от воды и обладают высокой прочностью. Подзаряжаться они могут прямо во время ходьбы, либо же через беспроводное зарядное устройство. Для этого их нужно разместить на специальной площадке. Pixi Points – это восхитительное изобретение, призванное искать утерянные вещи. Работает устройство следующим образом. Небольшие брелки, по форме напоминающие медиатор для игры на гитаре, выполняют функцию датчиков, и их можно закрепить на ваших самых ценных вещах, потерять которые страшнее всего. Например, ключи от автомобиля или квартиры, или может быть паспорт. В общем, если вещь с брелком потеряется, то ее легко можно будет найти. Для этого на телефон ставится рабочее приложение, запускается камера, и на дисплее станут отображаться подсказки, в какой стороне нужно искать утерянную вещь, какое расстояние от нее до вас, и при вашем приближении к ней она будет помечена крестиком либо другой графической подсказкой. Есть у датчиков и еще одна важная особенность. В памяти приложения можно сохранить некоторые помеченные брелками предметы, и в тот момент, когда какой-либо из этих предметов будет перемещен без вашего ведома, то вам на телефон поступит сигнал о том, что местонахождение предмета изменилось. И дальше у нас снова браслет. Уж какие только браслеты мы с вами не видели за последние годы. А попал ли в ваше поле зрения браслет Nixi? Это миниатюрный квадрокоптер, который крепится на руку как браслет, а при включении он меняет свою форму, взлетает в воздух и запускает встроенную камеру.
Устройство в целом было разработано для любителей селфи, а также для съемки в тяжелых условиях. Основная идея в том, чтобы получать снимки без помощи рук и делать их с такого ракурса, который ранее казался невозможным. Еще у квадрокоптера есть очень классная функция. Он может двигаться вслед за вами, как бы делая сопроводительную съемку. Уникальные раскладные столы. Вот примеры некоторых механизмов, благодаря которым можно с легкостью разложить стол. А какое из представленных изобретений, на ваш взгляд, является самым полезным и необходимым? Оставляйте свое мнение в комментариях и не забывайте ставить лайки. А для тех, кто еще не подписался на канал, самое время это сделать. Вас ждет много интересного материала. До скорого!